Так вы Анечка? Не узнали. Ну, раз уж вы здесь, в таком случае, скажите, в чем смысл жизни? Ну, прямо. Не знаете? Сказать? Коля, охота скажите. Военная тайна. А ну вас всех, воображал. Куда, Ванечка? Ну вот, обидел девушку, она славная. Следующий с ним? Сашу, сестру мою Марию выкинь с головы. Она в жмурке с тобой играет. Ей другой нужен. Человек с положением. Прошлое воскресенье вы сказали, любите меня. Что-нибудь изменилось? Нет. Я назначен на север. Да, садимся в поезд. Нет, я забываю, как вас звали, вы как меня. Все. Саша, не могу стать вашей женой. Я старше вас. Сегодня это пустяк, а завтра? Ваш дом сейчас там, корабль. Летом можно списаться, встретиться. Желаете быть моей девочкой для развлечений? Не подходит. Вон идет старший по возрасту и по званию. Действуйте. Пожалуйста, Фемина, ваш любимый. Вы отослали меня, чтобы остаться с ним? Нет. Но не любите. Зачем унижать? Замуж я выйду за вас, Андрей Фомич. Послушайте. Вы меня? Кажется, я был груб с вами. Кажется. Больше я вам не нужна? Нужны. Выходите за меня замуж, Анечка. Ну, прям. Только так, да, да, нет, нет, без прологов и эпилогов. Ну, прямо. Убываю на Северный флот, к месту постоянной службы. Едем вместе. Вы серьезно? Более чем. Так нет. Да. Разрешите? Да.